Чем больше в городе машин, тем чаще они горят. Вот такая в Иванове печальная статистика. Сотрудники регионального управления МЧС совместно с дорожной полицией вышли на центральный проспект, чтобы напомнить автовладельцам о безопасности. Напоминаем основные требования, то что обращение с огнем в автотранспорте запрещено. Осторожно обращаться с прикуривателями, с сигаретами. Вот, пожалуйста, такие листовочки, почитайте, в которых указаны все эти требования. Чтобы эти требования пожарной безопасности соблюдались. Количество пожаров на автотранспортных средствах в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 13%. В Иванове тушить пришло 41 машину. Причин, по которым любимое авто может вспыхнуть, не так уж и много. Поджоги, неправильная эксплуатация, неисправная электропроводка. Ну, во-первых, необходимо автовладельцам вовремя проходить техническое обслуживание автотранспортных средств. А также автомобили оставлять на охраняемых автостоянках. Если есть такая возможность, то дворы домов оборудовать видеонаблюдением. Дворов, которые оборудованы видеонаблюдением, в Иванове пока очень мало. А между тем, поджоги – основная причина, по которым автовладельцы лишаются своих авто. Мотивы у злоумышленников самые разные. Одни завидуют дорогой иномарке соседа, другие таким образом отвоевывают парковочное место. В этом году машины сожгли у 17 ивановцев. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.